пятницу в Самарской области пасмурно, возможны осадки в виде дождя. Дневная температура плюс 2, плюс 4 градуса, ночью 4-6, ниже 0. Ветер преимущественно северо-восточного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, но без осадков, днем плюс 3 градуса, ночью минус 6. Ветер северо-восточный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 3, ночью минус 3 градуса, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурная погода, утром дождь, температура днем 3 градуса выше 0, ночью минус 6. Ветер северо-восточного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.